Скоро заселять будем, да? Пойдем, я тебе покажу, он с той стороны. Вот там, Лаки, иди и на другую сторону. Вот там, Лаки, на той стене, иди скорее. Можно иногда ходить гулять. Хорошая идея, Юмия. Гулять? Кто это сделал? Хай, ты на канале Magic Family, меня зовут Аня, и со мной мои собачки. Но на нашем канале есть много других питомцев, и сегодня у нас будет большое переселение нашей девочки-хомячка Лаки в новый дом. Так что нажимай кнопочку подписаться внизу, ставь большой пальчик вверх, не забывай нажимать колокольчик и давайте начинать. Я снимаю это видео утром, поэтому все песики сейчас, по-моему, еще спят. Итак, вот она новая клетка Лаки, я ее уже показывала вам, она здесь не до конца, это только половина ее. Рики уже живет в своем новом супердоме, сейчас он, конечно же, спит, потому что еще утро. И вот она наша Лаки, Лаки у нас активная очень девочка, и сегодня она переедет в новый дом, малышка. В новый дом перееду? Да. Это интересно. Будущую клетку Лаки я уже показывала в видео о покупках для хомяков, и сегодня мы подготовим клетку к заселению Лаки в новый ее двухэтажный коттедж. Сейчас мы на дно насыпем наполнитель. Лаки и Рики очень его любят. Они любят закапываться в него и таскать его в свои домики. В наборе с клеткой у нас есть вот такая вот мисочка. Сюда мы положим еду для Лаки. А еще и Лаки и Рики очень любят семечки. И я им отдельно прям покупаю семечки. Почему-то они им очень нравятся. Также ко второму этажу у нас прикрепляется вот такой вот домик для хомячка. Мы сейчас его тоже подготовим. А скоро уже? Да, Софиша. Скоро заселять будем, да? Да. Рики и Лаки очень любят бумажки в домик затаскивать, разрывать их и делать из них себе кроватки. Поэтому сейчас мы положим ей туда немножко бумажки. Закрываем наш домик, вот такой вот домик у нас. Домик будет стоять на втором этаже, как и мисочка, а на первом этаже у нас будет колесико. Здесь вот у нас есть туннель, который ведет на второй этаж, мы еще второй этаж не прицепили. И сейчас мы вставим вниз колесико для Лаки. На первом этаже у нас будет вот такое колесико, туннель, который ведет на первый этаж. И думаю, со временем я поставлю сюда для Лаки песочницу. У нас есть вот такой вот второй этаж с маленькой лесенкой, углублением для миски. Мы его вставляем сверху вот здесь вот. И сейчас поставим сюда мисочку. Вот такой вот второй этажик у Лаки. И сейчас мы прицепим второй этаж сюда к нашему коттеджу. Второй этаж у нас готов. Сейчас мы прицепим сюда домик для нашей девочки. А вот сюда прикрепим обратно туннель. Я уже налила водичку в поилку, и мне очень нравится, что здесь поилка обустроена именно таким образом. То есть она просто вот так вот вставляется сверху, держится там крепко, очень хорошо прям, и ее можно легко доставать, в отличие от поилок, которые крепятся к самой клетке. Ну что ж, наш коттедж готов к заселению нашей малышки. Лаки у нас девочка очень активная, очень любит бегать, прыгать, везде все проверять, и сегодня она с радостью переедет в новый дом. Иди сюда, малышка. Мы передаем привет случайным репостнувшим нашей видео и группы ВКонтакте или со страницы мамы в ВК. Спасибо, что помогаете нашему каналу. Спасибо! И VIP-приветик от нас Ангелине Гертман за 10-е место в конкурсе в группе Animagic. Она у нас очень активная девочка. Прям как я, такая же, да? Да, Юми. Уже снимали реакцию Юми, щеночка нашего, на хомяков. В тот раз она испугалась, а сейчас, по-моему, она очень даже заинтересована. Мама, я ее поцелую. Нельзя лизать ее. Софи все время лазит по клетке там у нас. Эта клетка очень большая, просторная, свободная. Мне она очень нравилась. Но я хочу, чтобы Лаки жила в доме, где есть туннели и все такое. Но еще и потому, что вчера у меня сломалась зацепка здесь у этой клетки, и она не закрывается полностью. И сейчас Лаки пойдет жить в свой новый дом. И мы посмотрим, как она там себя ведет. Лаки пошла проверять, что у нее есть в домике, в мисочку залезла. Сейчас пойдет и проверит домик, я надеюсь. Да, пошла в домик, Лаки. Ой, уютненько. Да, вот такой вот у тебя домик тут. Поумывалась и пошла проверять дальше. Найдет ли Лаки туннель сейчас у нас или нет? Рики туннель нашел очень быстро, но он долго не хотел покрутиться в колесе. Как быстро найдет туннель наша Лаки? Привет,
Лаки. Привет, Софи. Нравится тебе в новом доме? Нравится. Давай скорее ищи туннель. Пойдем, я тебе покажу, он с той стороны. Жалко, у меня тут есть только мисочка, но нет колесика. Лаки, у тебя есть колесо, скорее иди искать туннель. Ну, давайте, показывайте, где туннель. Вот там, Лаки, иди на другую сторону. Сюда? Да, только левее, левее, Лаки. А, вот он, нашла. Обожаю туннели. Ух ты, куда же он ведет? Лаки, он ведет на первый этаж, а там у тебя и есть колесо. Есть колесо, есть колесо. Ух ты, где колесо, где колесо? Вот там, Лаки, давай, спускайся, давай. Так, я спустилась, и где колесо? Вот там, Лаки, на той стене, иди скорее. Где, 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 где? Вот тут, Лаки, вот, иди сюда. Вот так вот побежала Лаки. Лаки быстро нашла колесо, и туннель, и первый этаж, и домик ей понравился. Ну как тебе в новом доме, Лаки? Мне очень нравится, только жалко, Рики тут со мной нет в моем коттедже. Мне кажется, Лаки нравится ее новый дом, но можно иногда ходить гулять. Хорошая идея, Юми, можно выпустить ее гулять, пока мама не видит. Гулять? Гулять? Клетка будет стоять у нас вот тут на полочке. Подожди-ка, Лаки, мне нужно тебя пересадить и на минутку и поправить тебе колесико. И вернусь за Лаки. Давай-давай, мы посторожим. Рики только что проснулся, что-то там делал, выходил. Что это тут такое? Кто это сделал? Лаки, они сдвинули твою клетку. Я так и знала. Я так и знала. Это не я, не я. Хорошо, что я успела посмотреть вовремя. Я так и знала, что Софи и Юми сдвинут все-таки клетку. Такие заинтересованные в хомяках собаки, как Софи и Юми, обязательно залезут туда. А Лаки вылезла, сбежала из клетки на пол, но, слава богу, сама же в нее и вернулась. Какая умная девочка, да? А на моем канале Animagic, ребята, сегодня в 6 часов вечера, как обычно, очень тяжелый для меня челлендж. Попробуй не засмеяться. Подпишись и поставь лайк. Лаки лайк, лайки лак.